вот наткется полотно семейных уз, из года в год, из часа в час переплетаясь, кто у руля, кто у кастрюль, кто голопуз, но каждый важен в человечьей этой стае. Сильна диффузия родимого тепла, соприкасание больших и малых аур. Но вот кого-то вдруг смертельная стрела собьет, и в маленькой стране объявят траур. Наш дом, как крепость, ней повесит черный флаг. Она держалась, но теперь пришла унылость. Фундамент треснул, к нам прорвался страшный враг. Дом вроде выстоял, а крепость развалилась. Все поразъехались, у всех своя судьба. У деток собственные крепости и страны, и лишь осталось без фамильного герба, не излечившаяся от смертельной раны. Прошло лет 10, безутешная вдова вернулась в город, тяжела судьбина в доме, но все на месте, будто бы и не продавал никто осколок разоренного гнездовья. Там в окнах свет и звонкий смех и разговор, дым из трубы и огоньки и звон посуды, цветы в горшках, ухожен памятный ей двор. И вдруг вопрос сквозь помутнившийся рассудок: а вы кому могу я чем-нибудь помочь? Ой, заплутала я, спасибо за участие. Он запер дверь, еще темнее стала ночь. Вернулся в дом в ее утраченное счастье.